Ты болел на улице минус 20. Это чей? Ты раньше не помнишь, что он тут был? Ну ладно. Может, другим путем раньше питался. Красиво. Настоящая зима. Чеченский мороз. Два дня было мороза, а там опять тепло. Ручей парит. Это какая-то плотина, точно. Она задерживает выход воды с этого озера. Не знаю, что это за озеро. Загубский, наверное. Поеду я вон туда. Такое белое безмолвие. Красиво. И не передать словами, просто камерой, что передо мной. Мы садимся за руком ручейка при минус 20 градусов морозе. При 20 градусов морозе. Так, все, разряжается у меня аккумулятор на морозе. Похоже, не получится больше ничего снимать. Может, еще выдержит. Ой, когда палки вставлял, потом ушла палка глубоко, стала такая, что-то мягкая. Стало страшновато. Может, медвежьи берлоги. Ну, видимо, к счастью, там не было людей. Никто не вылез, меня не съел. Снимаю на камеру немножко на.